Рубрика «Домашнее фермерство». Наверное, самое быстрое, что можно получить весной, именно урожай, это если вы возьмете прошлогодние корнеплоды, которые у вас там завалялись, или можно купить специально, и прорастите на них зелень. Как ни странно, мы относимся к ней как к бросовому, всегда отрезаем и выбрасываем. Но весной вы с большим удовольствием сможете добавить в салаты, потому что это просто полезно. Если у вас много ее будет, ее можно отферментировать, она приобретает очень интересный карамельный вкус. Вот. И всех делов-то нужно отрезать, и посмотрите, как корни начинают расти. Вот. Можно посадить в землю, соответственно, получить зелень. Из каких можно корнеплодов? Да из любых практически. Свекла, морковь, пастернак. Все, что у вас есть, вы можете накопать и дикоросов осенью. Можно также получать из